Один из самых аварийных перекрестков южной части Хабаровска в очередной раз подтвердил свой статус. Здесь снова произошло ДТП. В этот раз с участием рейсового автобуса. Речь идет о пересечении улиц Суворова и Малиновского. 25-летняя хабаровчанка забрала свой Nissan March из автомойки и ехала в сторону проспекта. Я ехала по Суворова на зеленый по первому ряду. Я как раз перестроилась в первый ряд. Ну и естественно, он подумал, что он успеет или что, я не знаю, но... Поехал поворачивать налево. Ну, я не успела, уходила от удара, как могла. Девушка за рулем пятый месяц. Она была очень напугана аварийной ситуацией и не знала, что делать. На встречную полосу уходить побоялась. В машине был маленький ребенок, мальчик 2 лет. На переднем пассажирском сидении сидел супруг. На раздумья ушли несколько драгоценных в этой ситуации мгновений. Хабаровчанка решила не менять траектории, сделав ставку на аварийное торможение. Никто не пострадал. Ребенок отделался испугом. Он был в детском кресле. 58-летний оппонент автолюбительницы объяснил, что неопытная в дорожных делах женщина попросту ввела его в заблуждение. Она двигалась по крайней правой полосе, и у нее был включен правый указатель поворота. О том, что девушка только что перестроилась из второго ряда в первый и на самом деле собиралась ехать прямо, мужчина не догадывался. Она спокойно едет, но у нее скорость невысокая была. Я смотрю, правый поворот, я профессионал. Едет человек, повернет. Я начал поворачивать спокойно. Если бы знал, что у нас туда летит, я бы стартовал, я успел выскочить. В автобусе пассажиров не было. В салоне находился лишь кондуктор. Виновным в этой аварии признали шофера Део. Это первая авария пенсионера за 40 лет. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.